Доброе утро, я говорю коллегам в студии и всем телезрителям. Я тот самый Митя, который любит готовить, а готовить сегодня будем интересную закуску. Для этого нам понадобится болгарский перец. Я взял разных цветов для того, чтобы смотрелось на столе хорошо и красиво. Твердый сыр, 2 яйца куриных, а также соль, перец, все по вкусу. Для начала предлагаю сварить куриные яйца. Яйца будем варить вкрутую, ну а пока это происходит, я сейчас разрежу болгарский перец. Резать буду его на четвертинки. Главное, чтобы получились лодочки полноценные, потому что мы же будем добавлять сюда начинку заранее приготовленную. Поэтому аккуратненько все семена я рекомендую убрать, они нам не пригодятся. Сейчас натираем на крупной терке твердый сыр, а потом это все смешаем с куриным яйцом, который, кстати, мы тоже натрем на крупной терочке. Далее мы смешаем их с твердым сыром и добавим соус. Я сегодня буду использовать майонез «Провансаль» от МЖК, майонез, который приготовлен из сырья российских производителей. Хозяйке на заметку. Для того, чтобы сделать блюдо еще вкуснее, я использую провансаль от МЖК. Свежий майонез местного производства. Только из натуральных ингредиентов. И всегда радует качеством. Производится по традиционной ГОСТовской рецептуре, которой уже более 40 лет. Провансаль от МЖК. Свежесть, натуральность, качество. Так, добавляем майонез, начинку хорошенечко, тщательно мы перемешиваем, потом мы это добавим в лодочки из перца, ну и украсим зеленью, а далее подаем к столу. Вот такая вкусная закуска у нас сегодня получилась. Правдин приготовил, приятно подкрепиться.